Fives Production представляет. Ой, блядь! А, да ногу потерял! Ой, блядь! Что тебе плохо? Ударил ты чем-то, да? Ты камеру выключишь, да? Как я могу выключить? Ты сказал, что мы блогеры, блядь. Мы должны снимать контент, блядь. Давай. Тренер, не подведи. Давай. Да, сейчас я тебе. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey. Ну тут же нормально. Ты попрыгал. Ну как, не испортил там звание тренера, не? Я не знаю, мы потихонечку продолжаем тренироваться. Я тут заехал в дубки после последнего нашего тренировки. И как бы даже вроде неплохо и пошло, но интересно, что почему-то у всех, у кого двухподвесы, достаточно тяжелые, не предназначенные для прыжков, что-то все начали увлекаться этим футбоксом. Сегодня мы с Кириллом немножко решили потренироваться, разогреться на второй трассе, ну как всегда было, ну практически то же самое, еле-еле нормально. У кого как. Окей, ну вот только что перешли на футбокс. И результат после последнего раза есть. Это я тут Кирилл поперелетал. У меня чуть-чуть прогресс есть. Посмотрим к концу недели, будет ли в дубках снова прогресс. На 7-м году катания или на каком? Я не знаю, как это катается. Вот интересно, когда я прыгну кочку? Я его сегодня заставлял, он не захотел. У меня страшная кочка. Ну, в следующей каталке он обязательно. Да? В следующем видео? Окей. Да. Он будет ехать первый, а я буду сзади его подгонять, чтобы была скорость больше. Окей, может это меня простимулирует? Да. Сука, это слово стимулирует? Мне не нравится. Лайтовая штука. Что? Лайтовая штука. Да, а что ты стремаешься ее прыгнуть? Я не стремаюсь. А что ты? Сейчас сперва тебя прыгну. А тут налажали, блядь. I want маму. Не-не, ты не знаю, что ты. Аккуратно. Mama always told me, son, you best go easy down that road. And she said she was sorry. All the time she couldn't save my soul. Should have listened to the words a little more before I backed up and I walked right out that door. But I get lost. Не, ну что, набираем форму?
Набирает, да? Mistakes I've made, consumed by some, till there's nothing left of me when all is said and done. Ну, как-то так.